У одного богатого человека был раб, которому он дал свободу. И пришло время, он начал замечать, что тот уходит в какую-то комнату и долго с ней не выходит. И он позвал его и спросил: «Скажи, я тебе дал свободу, ты живешь у меня как сын. Почему иногда ты уходишь и долго тебя нет?» И он ответил: «Знаешь, когда мне бывает тяжело, я захожу в комнату, открываю шифонер, и там висит моя рабская одежда. И когда я вспоминаю все то, что ты для меня сделал, мне легко выполнять все, что ты мне говоришь». Дорогие мои, мы сегодня здесь, чтобы вспомнить все то, что для нас, для меня и тебя сделал Господь на Голгофском кресте. Я хочу спеть об этой великой святыне и о капле крови Иисуса Христа. Святыни, чем Иисусова кровь, и течет с Палестины тот источник святой. Если к ней прикоснуться, нету места греха, ведь в крови Иисуса есть спасение нам. Капля крови Христа мне на сердце упала, где была темнота, светом там засияла. В ней спасение мне и от бед исцеление. В этой капле вполне нахожу я прощение, нахожу исцеление. Я склоняюсь смиренно у подножья креста, озаренный, вижу образ Христа. Этот мир искупили капли Божьей крови, в них навек отразились все законы любви. Капля крови Христа мне на сердце упало, где была темнота, светом там засияла. В ней прощение свет и твое исцеление. В этой капле вполне нахожу я прощение, нахожу исцеление. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Дорогие, позвольте, чтобы его капля крови упала на ваш разум, на ваше тело. Ты почувствуешь, как Бог что-то сделает с тобой. Есть сила в этом завете и в его великой крови. Аллилуйя! Капля крови Христа нам на сердце упала,
где была темнота, светом там засияла. В ней прощенья свет и мое исцеление. В этой капле вполне нахожу я прощенье, нахожу исцеление, нахожу исцеление. Нету больше святыни, чем Иисуса вокруг.